Привет, сейчас покажу, как приготовить кексики. Вот купили вот такую вот муку. На самом деле написано, что это кексики. А нифига здесь, вообще приготовьте яйца, приготовьте масло. Короче, а здесь только мука одна, в основном, и все. Вот чтобы сделать кексики, я считаю, меня обманули. Давайте посмотрим, что еще есть. Сразу есть формочки для запекания. Это как бы, ну, здорово. И вот такая вот мука. Давайте сейчас добавим мне какую-нибудь посуду. Но я думаю, что не в такую большую. Так, все, поменял посуду, потому что теста довольно-таки мало. И теперь вскрываем вот этот жижку, ну, порошочек вот этот. Добавляем в тарелку. Написано 16 кексиков внутренних. Не знаю, как я их там 16 кексиков сделаю. Теперь бьем туда яйца. И бросаем туда масло сливочное. Ну, не знаю, как это, короче, все мешать, но масло, оно вот, вот оно, его не проткнуть никак. Ой, короче, эти кексы, это какое-то замудренная какая-то фигня. Блин, не берите такое, на самом деле, это полный, я не знаю, это полная херня такое готовить, потому что вот это масло, оно же пока растает. Это все настолько долго, написано 16 кексиков за сколько там минут. Типа за несколько минут ты делаешь все. А это ты будешь делать не один час. Зачем? Я могу то же самое сделать с мукой просто. Блин, я обиделся, не могу вообще. Сейчас надо ждать, надо, пока масло растает. В общем, не знаю, сейчас возьму вот такую штуку, попробую его разбить, но я не уверен в этом всем, как им пользоваться-то, вот. Блин, так расстроился. Ну все, оно не бьется, оно вот так, все. Это фиаско. А оно там встало внутри, и все. Даже реверса нет такой. Я не понимаю, как это делается. О, смотрите, что-то получается. Не знаю, как это надо было взбивать все этим блендером. Ну, не блендером. А чем? Миксером? Миксером? Как это? Миксер бы это масло не менял вообще. А если масло еще более замороженное? Так, давайте посмотрим, что происходит. Все не очень. Так. Я не понимаю, а как я вот это все отделу от тарелки? Все просто по стенам Mm-hmm.
Ну, как я понимаю, раз здесь так все экономно с мукой, то придется вот прям все вот это вычищать, иначе я бы так сразу выкинул. Раз на 16 кексиков. Как они это рассчитывали? Что у тебя будут какие-то потери или не будут у тебя потери? Как это они рассчитали, я не знаю. Но... Я думаю, надо снять. Вот так, сейчас по сусекам подскребем, колодочком налепим. Ну и вот эти подкекси. Я как понимаю, что их надо. Ой, какие они тоненькие. Заодно 10 штук. И как дальше? Все, мы тоже кладем или ложим, я фиг знает, как правильно там. Скажу, что не очень удобно перекладывать вот ложечкой это все в кексики. Я надеюсь, они зайдут в два раза, потому что это кекс, и он должен быть, ну, воздушный. Так, считаем. 4, 6. И там будет кровавый. Короче, надо их на 16 штук раз этот. Может, вот так надо класть, просто вот такую маленькую штучку. Может, я много положил, и они сейчас вытекут очень сильно. Сейчас посмотрим, интересно. Потому что у меня все уже, тесто закончилось почти. Может, действительно вот так вот, и будет целый ком кекс, но мне что-то не верится в это. Хотя бы он должен заполнять. Мне кажется, производитель просто обманул. Потому что, по-моему, их в России делают, ну, российские производители, а у нас же в России любят приврать. Ну что скажу, ну это все, наверное, потому что я уже на новый кекс не наскребу. В инструкции не написано было отдельно муку добавлять еще. Ну все, вот так. Вот, все готово. Так, теперь ставим в духовку. Наоборот, чтобы видеть, что готовится. Так, и чтобы не сгорело, надо сейчас в духовку поставить воду в баночке. Ну все, накрываем и ждем. И вон как они поднимаются. Может, действительно надо было класть их там по одной ложечке. Как проверить-то? Еще рано. Ну еще рано. Та-дам! И все, кексы готовы. Смотрите, какие они. Они вылезли оттуда. Они сделали. Вылезанс.
Спасибо за просмотр. Подписочка с вас, палец вверх, лайк. Пока-пока.